Привет, всем привет. Пока у нас тут собираются люди. Посмотрю, идет ли моя трансляция. Время уже 10 час. И как она у нас показывается, сейчас посмотрим. Не мутно ли? Приветствую, друзья. Тут у нас все хорошо показывается. Да, нормально показывается. Сейчас я вам покажу свой кошелек Advanced Cash, как я сегодня заработала от $100 в день. Буквально вчера уже показывала и еще не устану показывать, как работают настоящие профессионалы. Я без лишней скромности могу себя назвать настоящим профессионалом, потому что у меня куплено уже 3 квартиры за эти 4 года. И сделан там офигенный ремонт. Вот мой кошелек Advanced Cash. Вот Ирина Маркелова, верифицированный кошелек. Сегодня у нас заканчивается 11 февраля. Мои поступления за сегодняшний день. $15, $5, 5, 5. Считаем. 20, 25, 30, 35, 40 и 10. Это 50. 100 я вывела. 50 и, ну, 49, что 50, да, 50 и 50, $100. Дальше. Еще 20, 120, 125, 130, 135, 140 и 10. $150. И еще $1. $152 я заработала за сегодня. Открываем любую транзакцию и смотрим. Макс, можно вопрос? Да. Whole World. Это проект всем миром так работает. Кто говорит, что проект не работает, что это лохотрон? Можете не верить, нам уже некому и нечего доказывать. Кто говорит, что проект... Я в проекте 5 лет... Кто говорит, что не может быть, откройте мои все видео на YouTube. Вот, Макс, кто еще ведется на это? Вот, откройте мои видео на YouTube и посмотрите, как я работала. Как я жила в общежитии, работала парикмахером и как я живу сейчас. И дату посмотрите. Макс, вот скажите, если вам перевели деньги, сначала в чем суть узнай, а потом уже спрашивай, кто еще ведется на это. Проекту 6 лет, это раз. Второе, если вам кто-то перевел, как мне, деньги, система работает автоматически, и я эти деньги получила и вывела их на карту. Вот $123 я вчера вывела на свой Киви кошелек. Вот обменник. Pay, get, вот обменник мне вывел эти деньги на Киви кошелек. Мавроди здесь ни при чем. Таня Танконоженко была в этой компании, дурная бросила. Ну, наверное, точно дурная, извините, конечно. Но я в 2013 году пришла туда, я когда получила свои первые $10, я сказала, черт возьми, это работает. Эта система работает, будет работать и до тех пор будет работать, пока на земле рождаются люди. Когда я купила первую свою двушку после общаги, я была на 7-м небе от счастья. Все это действительно работает. Просто люди, которые сюда пришли, они задницу свою не захотели от дивана отрывать. Да даже ее не надо от дивана отрывать. Просто берите и делайте. Вам дают лопату, берите и копайте. Все это работает. Деньги приходят, минуя систему, сразу на кошелек. Кто только что присоединился, я вам еще раз покажу. Сегодня у нас 11 февраля. И это все деньги мои за сегодняшний день. Покажи, где живешь. А что вам показать? Незаправленную кроватку? Это потолок, это мой шкаф, это выровненные стены, это наша кровать 2 на 2. Что показать? Балкон вам показать или еще?
что балкон отделанный, окна стоят, паласик, столик, диванчик, где можно посидеть, покурить, попить пивка, посмотреть на звезды, цветочки вон, картинки. Что вам еще показать? Как я делаю ремонт, вы можете открыть мой канал на YouTube. Кстати, он закреплен в шапке канала. Ой, в шапке профиля. Вот здесь. Вот мой канал. Можете на него перейти, посмотреть, как я купила квартиру. Там есть квартирный вопрос. Какая была страшная квартира, какая она потом стала. Ну и ремонт и квартира. В ремонт у меня ушел 1 миллион рублей в трехкомнатную квартиру. Сейчас у меня планы купить таунхаус, но чуть-чуть попозже. Поэтому, кто хочет богатеть вместе с нами в проверенном проекте, который работает с 2011 года, представьте себе, 2011 года, сейчас 2018 год, 11 ноября нам будет уже 7 лет. Нам уже незачем и некому ничего доказывать. Система работает и будет работать очень долго, пока на Земле рождаются люди. Поэтому, если вы хотите зарабатывать от 100 долларов в день, тратя при этом час-два, зарабатывая, используя мою методику, приглашай, не приглашай, добро пожаловать. Мы не делаем никаких рассылок. Мне каждый день пишут люди, как вступить в вашу команду. Вот, смотрите, как надо работать. И так далее. Кто-то не верит, кто-то верит. Вот, а можно подробнее. Мне каждый день пишут люди. Мне каждый день на почту приходят оповещения. Финансовая помощь. Смотрите, 513 писем. Вы думаете, я их нарисовала? Вам поступил перевод на сумму 10 долларов. 10, 5, 5, 15, 10. На почту Рамблер мне приходят переводы, что счет пополнен. Счет пополнен. Какие вам еще нужны доказательства? Людей не надо звать, чтобы заработать. Конечно же, надо людей звать, чтобы заработать. Абсолютно в любом проекте, даже в инвестиционном, надо звать людей. Вам достаточно будет 5-6 активных человек, таких как я. Все заработает. Лидеры текущего месяца, февраль, я стою на первом месте. Я пригласила за 11 дней 3 человека. А если вы посмотрите презентацию на главной сайте, там сказано, достаточно пригласить всего 3, и сколько вы будете получать денег. На главную сайта зайдите, узнайте, что такое партнерский фандрайзинг и как это работает. Вот эту презентацию, как это работает, которая, кстати, сейчас на 9 языках, я ее увидела в 2013 году. И я ночь не спала. Я тоже думала, что это лохотрон, потому что мой компьютер, ну, появился у меня в 2012 году. И мой бывший муж говорил, что это не работает, что это МММ, и куда ты вообще лезешь. И все мои друзья и знакомые говорили, не суйся туда. Я полгода потеряла. И очень до сих пор жалею, что я полгода потеряла. Может, я бы уже жила не в трехкомнатной квартире. Может, у меня уже был бы таунхаус. За полгода я... У меня, если за 5 лет команда более 5000 человек, то те полгода упущенные, у меня была бы еще больше структура. Пока вы думаете, мы получаем деньги от 100 баксов в день, даже 150 баксов в день. Везде надо работать. Как работать, мы обучаем. Поэтому, кстати, вход туда стоит 105 долларов. Есть пин-код, который я продаю за 200 рублей активацией 5 долларов. Сгорит он через 2 часа. Кто покупает бизнес-автомат, тому даются пин-коды. Вот у меня есть один пин-код. Кто первый у меня его купит, тому не нужно будет платить 5 долларов за активацию. 2 часа у вас есть, друзья. Вот кто первый мне сейчас напишет, переведет мне на Сбер, либо на Киви 200 рублей, тому я дам эти цифры. Вы можете зарегистрироваться, активировать свой аккаунт. Все. Всем пока-пока. Пойду я отдыхать.